Изначально 9 числа из-за указанных событий линия 102 была переадресована на центр оперативного реагирования милиции в город Донецк. Прием указанных сообщений и регистрация осуществлялся там. В настоящее время на базе Ильичевского районного отдела милиции организовано несение службы операторами 102, и прием, регистрация поступающих сообщений осуществляется изначально в Ильичевском райотделе, затем каналами телефонной связи передается в районные отделы для реагирования. Все поступающие звонки, значит, регистрируются именно в Мариуполе и для отработки направляются в районные отделы. После поступления выезжает следственно-оперативная группа незамедлительно и отрабатывает то или иное сообщение, которое поступает на линию 102.